Аппаратное совещание началось с вопросов управления областью. Губернатор Сергей Морозов раскритиковал Фонд развития спорта за организацию неэффективной работы. Глава области поставил вопрос об управлении данной отраслью. И мы с вами должны будем принять, какая организационно-правовая форма будет возглавлять эту отрасль. То, что эта отрасль будет оставаться приоритетной, нет и сомнения. Но что это будет? Министерство? Хочу официально, опережая события, сказать о том, что нет, министерства не будет. Следующий вопрос касался ликвидации унитарных предприятий в стране и на территории области. Соответствующий закон уже утвержден Государственной Думой. ГУПы и МУПы, за некоторыми исключениями, должны исчезнуть до января 2023 года. В ближайшее время будет оценена эффективность работы унитарных предприятий. Если область не обойдется без них, они будут реорганизованы в другую форму. Губернатор поручил правительству держать данный вопрос на особом контроле. Также Сергей Морозов озвучил ряд изменений в структуре областного руководства. Преобразование направлено на увеличение прозрачности и открытости работы. Глава области распорядился активизировать подготовку публичных деклараций. Год заканчивается, как все отрасли, как все муниципалитеты, публичные декларации начинают вывешивать у себя. Публичные декларации – это цели и задачи, конечные и конкретные результаты, на которые мы должны будем выйти по итогам первого квартала, второго, третьего, четвертого по разным направлениям. Кроме того, губернатор объявил о проведении организационного аудита в государственных органах. В его задачи будет входить рассмотрение соответствия результатов работы поставленным задачам. Подобной практики еще нет нигде в России. В структуре администрации будет создан секретариат, так же, как и в достаточно большом количестве субъектов Российской Федерации. Мы сконцентрируем там все, что касается усиления контроля за всеми вопросами, которые замыкаются на губернатора. В главе секретариата встанет Екатерина Смарода. Сейчас она возглавляет Министерство развития межрегиональных и международных связей. Ранее губернатор анонсировал, что это ведомство будет ликвидировано с Нового года. Губернатор отметил, областные чиновники довольно часто выезжают в командировки за пределы региона и за пределы страны. Чтобы повысить целесообразность в принятии командировок, я предлагаю на региональном государственном уровне, что внести предложение, посмотрите, каким это нормативным документом все, значит, увековечить, чтобы все министры, все представители органов государственной власти региона отчитывались о результатах своих командировок либо на заседаниях аппаратного совещания, либо на заседаниях правительства. От вопросов управления перешли к одной из самых обсуждаемых проблем по всей стране. В последнее время родительская общественность бьет тревогу. Участились случаи употребления несовершеннолетним так называемого снюса. Это никотиносодержащая смесь, которую рассасывают во рту. Зачастую в нее добавляют синтетические элементы. На растущем организме действие снюсов отражается крайне негативно. В отношении нас, я говорю только о россиянах и в том числе о гражданах Ульяновской области, развязана огромная война на уничтожение. И не надо думать о том, что мы разучились рожать детей. В общем-то, мы их рожаем. Мы делаем все, чтобы, так сказать, наши дети, наши семьи были счастливыми, патриотичными, чтобы мы все от этого получали огромное удовольствие, потому что в результате становится богатая наша страна, счастливая наша страна. Но в отношении нас существует огромное количество провокационных действий и даже войн на уничтожение. Я веду разговор о снюсах. Губернатор напомнил о законодательном запрете продажи никотиносодержащих изделий несовершеннолетним. Но этого явно недостаточно. Поэтому губернатор поручил разработать несколько законопроектов по запрету продажи снюса и его производных несовершеннолетним. Законопроект, который устанавливает жесткую административную ответственность в нарушении этого запрета. Для индивидуальных предпринимателей ответственность от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 150 тысяч рублей. Пакет законопроекта в ближайшее время будет рассмотрен на заседании законодательного собрания области. Егор Титов, новости Управда ТВ.